11 сентября в России отмечается День подразделений по вопросам миграции в системе МВД. В канун праздника сотрудников службы поздравил начальнику МВД России по Тверской области генерал-майор полиции Петр Пырх. Он отметил слаженную и профессиональную работу регионального управления по вопросам миграции. Объем работы огромный. Только за полгода, за 7 месяцев, за 8 месяцев, да. Почти 270 тысяч государственных услуг оказано, 270 тысяч оказанных государственных услуг, при том, что штат подразделения чуть больше 100 человек. Значит, более 8 тысяч правонарушений выявлено, более 4 тысяч проверок проведено, возбуждено 59 дел уголовных по вашим инициативам. Это огромный вклад в наведение порядка в миграционной сфере. Подразделение по вопросам миграции есть в каждом районном центре Тверской области и в каждом районе областной столицы. Один из них расположен в здании городского отдела полиции и обслуживает жителей Пролетарского района Твери. Только за 8 месяцев 2021 года сотрудниками отдела по вопросам миграции МВД России по городу Твери предоставлено почти 26 тысяч государственных услуг. Из них около 10 тысяч по регистрационному учету граждан Российской Федерации и свыше 13 тысяч по миграционному учету иностранных граждан и лиц без гражданства. Сотрудники службы работают с огромным количеством документов. Очень много. У меня за неделю по ошибке 8-9 томов. Работа инспектора по регистрации Ольги Александровны Середич неоднократно отмечена различными, в том числе и министерскими, грамотами и благодарностями. В этой профессии Ольга Середич уже 32 года. Статус вольно-наемного сотрудника не уменьшает степени нагрузки и ответственности. Главным в своей профессии Ольга Александровна считает умение общаться с людьми. Все граждане России, которые были ранее иностранными гражданами, стали россиянами, они все приходят ко мне на регистрацию. Некоторые даже благодарностью. Ну, благодарны нам. За то, что это не Среди многочисленных задач службы – выдача, замена паспорта гражданина Российской Федерации, регистрационный учет граждан Российской Федерации по месту жительства и месту пребывания, миграционный учет иностранных граждан и лиц без гражданства, оформление приглашений на въезд в Российскую Федерацию, проведение добровольной дактилоскопической регистрации и предоставление адресно-справочной информации. День профессионального праздника службы берет отсчет с 31 августа, 11 сентября по новому стилю 1719 года, когда Петром I был подписан именной указ Сенату о явке иноземцам, приезжающим в Санкт-Петербург для записки в канцелярию полицмейстерских дел. Подразделения по вопросам миграции действительно прошли непростой исторический путь, выполняя важные задачи в своей сфере по реализации государственной политики и правоприменительной практики.